Всем привет! Привет! В Томск пришла весна. Ура! Поэтому мы выбрались погулять. Да. Расскажи, как мы перезимовали. Ужасно, если Почему честно. Ужасно? Я не могла дождаться, когда будет весна. Мне кажется, ни одной зимы такой холодной не было. Ну, а может быть, не такой холодной? Давно просто не было холодных зим. Да, давно не было. Такая холодная зима была, когда я первый раз приехала в Томск. Когда мы в Томск приехали, кстати, здесь учиться? 11 лет назад. Да, 11 лет. Да больше. 2009 год. Больше. 13 лет назад примерно, да? Да. Кто тут спрятался? Мы находимся на излюбленном месте Степана. Степан обожает кататься на здании оперного театра. Или драмтеатра. Драмтеатра. Томского драмтеатра. Да, оперного у нас нет. За оперой езжайте в Новосибирск. Или в Москву. Или в Москву. Весна в Томске всегда начинается очень неожиданно. Сначала ходишь в зимнем пуховике, минус 20, а потом хоп, на следующий день плюс 6, и все растаяло уже. Степан потихонечку становится взрослым и сам учится таскать свой транспорт. Захотел покататься на самокате, таскай его сам. Да, Степа? Да. Идите. Вот такое красивое солнышко уже заходит. Красивый весенний закат. Сейчас пойдем посмотрим, что там с рекой. Реку у нас неделю назад уже начали взрывать, чтобы она уже скорее пошла. Ну вот мы видим, вот эта речка Ушайка впадает в Томь. А сама Томь уже начала подтаивать. И скоро, я думаю, лед на реке тронется. И мы вам обязательно покажем наш ледоход. Решили спуститься? Там ступеньки не очень. Пойдемте. Вот мы спустились с такой лесенки, чуть не поразбились все. Ой, скользко. Мы победили. Идем к реке. А там плавают уточки. Вон одна уже прям вышла. На набережной на самом деле уже очень чисто, снега почти нету. Но оказалось, что сегодня ветрено. Ну, здесь просто ветрено, да. Да. И несмотря на то, что в душе весна, мы немножечко подмерзли. Да. Подмерзла? Ну да. Может быть, нас спасет горячий кофеек? Ветер прямо в лицо. Не знаю. Хочешь горячий кофеек? Ну, я такое всегда хочу. Никто не исключал, я беру прощения. Так, это у нас Антон Павлович Чехов. Одна из традиций потереть ему нос. В одном из выпусков и загадать желание. В одном из выпусков мы уже рассказывали о том, что Антон Павлович нелицеприятно отозвался о городе Томске, когда проездом побывал здесь, сказав, что город грязный, неухоженный. Да, красота его.
Здравствуйте. Это кто тут сидит? Привет. А с вами можно посидеть? Нет? Ну, он попозировал. Вот так сделал. А со мной нельзя было попозировать. Ты специально позировал? Да. Ну и, конечно же, завершение вечера не могло не закончиться вкусняшками. То, что Степан пошел в кафе. Ну, в этот раз мы не совсем в кафе. Мы в пекарню. Жар, свежар. Такое уютное, пекарня. Замечательный выбор. Да? А? Мы как-то уже здесь что-то брали. По-моему, нет. Первый как раз. Как-то. Чего? Есть я лежу. В Инстаграм, где что-то какие-то пироги фотографируют. Это этот раз пекарня? Да. Это именно она. Что, горячая кофе? Чтобы не тянешь. Итак, у нас прошло несколько дней, а у вас прошло несколько секунд. И вы, как видите, весна в Томске немножко дала заднюю. И мы снова переоделись в теплые куртки. Ну как, я точно переоделся. Жена даже вам в шортиках ходит. Говорит, что ей тепло. Сегодня у нас около минус 2 градусов, поэтому в такую погоду мы решили поехать. Да. Мы решили поехать в торговый центр, в новый торговый центр. Называется торговый центр «Лето». Так, вот мы пришли в торговый центр «Лето». Сейчас будет вот здесь написано адрес, где находится торговый центр «Лето». Раньше мы здесь были довольно часто, когда были студентами. Сейчас мы здесь довольно редкие гости, поэтому даже не знали о том, что этот торговый центр теперь существует. Для нас это было сюрпризом. О том, что у нас теперь здесь есть еще один торговый центр. И вот сегодня мы в детскую комнату торгового центра ребенка привели. Вот такой торговый центр. Довольно стандартный. Расположенный он в виде круга, по периметру которого расположены различные магазины. Но сюда мы пришли не ради магазинов, а ради детской комнаты. Ребенок нас уже туда потихоньку ведет. Так, заходим мы вот в такую комнату Activision. Вот там уже бесятся дети. Я так понимаю, что здесь нужно будет раздеваться и платить вон там. Настя, да? По-моему, вон там платить за вход. А мы хотели раздеться сначала. Вот такая песочница с синим песочком здесь. Шепчик рассматривает пока машинки. Цветочки какие-то. Красивые цветочки, да? Нравится? Стоп, тут прыгать нельзя. Тут можно только сидеть или лежать. Он может просто лопнуть. А вон там веревочные всякие канаты, лестницы. Очень круто для детей постарше. Вон они там все лазят. Куда пойдем, Степчик? Дальше исследовать. Ой, чтобы тут много детей. Опять в шарики пойдем? Залази. Что здесь надо делать? Смотри, какая-то парковка, здесь можно поиграть. По дорожкам, да, машинки можно катать? Алло! Тебе нравится тут? Ну, в принципе, неплохо. Вот в первый раз ничего не понятно. Да. Ничего не объясняют. Тоже как ребенок ходим, смотрим все.
Ну что, мы замечательно провели время с семьей в торговом центре «Лето». Побывали в детской комнате Activision. Стёп, тебе понравилось? Так. Все, он устал. Стёпа очень устал. И первым делом после детской комнаты он сказал: «Хочу кушать».